помогло 10 языковых курсов Speak Today, уже более 8 лет на рынке образовательных услуг, английский, испанский, немецкий, французский, а также широкий спектр дополнительных услуг, подготовка к сдаче ЕГЭ, сдаче международных экзаменов, изучение иностранных языков за рубежом, группа продленного дня для школьников. Speak Today – это общение без границ для всех и каждого. Город Таганрог, улица Дзержинского, 152А, телефон 62-12-05. И о погоде. В новогодние праздники в Таганроге переменная облачность, снег. Температура воздуха колеблется от минус 8 до минус 3 градусов. В Москве пасмурно, снег, температура воздуха минус 20, минус 18. В Краснодаре будет малооблачная, дождь со снегом, температура воздуха минус 8, минус 6. В Севастополе переменная облачность, температура воздуха плюс 1, плюс 2. Спонсор прогноза погоды – магазин детской обуви «Котофей». Широкий модельный ряд и постоянное обновление ассортимента. «Котофей» – обувь для детей. Ждем вас в Тум, первый этаж, и ТРЦ «Мармелад» – третий этаж. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.ru. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!